Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские дзюдоисты стали призерами всероссийского турнира. Баскетбольная Самара готова выиграть домашнюю серию матчей Суперлиги. Сразу несколько матчей на этой неделе проведет в столице региона баскетбольная Самара. В чемпионате Суперлиги она встречается во вторник с московским МБА, а в пятницу с Сургутским университетом. Столичные аутсайдеры соревнований северяне 4 года подряд финалисты Суперлиги, но сейчас им не везет, и они пока прописались в нижней части турнирной таблицы. Самара, напротив, уверенно держится в числе лидеров, 5 побед в 8 матчах. Однако в последних играх горожане выступили неудачно как в обороне, так и в нападении. Сейчас на тренировках все это разбирается, и домашним матчем, я думаю, все вернется в положительную сторону. В Санкт-Петербурге прошли одновременно два всероссийских турнира по дзюдо среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года. Сборная Самарской области завоевала 15 медалей, 7 бронзовых и 4 серебряные. Чемпионами стали Олеся Морозова, Анна Дуденко, Алина Рябова и Салкарбек Дилбара. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.